Добро пожаловать! Таланты! Гостеприимный дворец культуры распахнул свои двери для гостей. В этом месте творчество, созидание, песен, танцев и настоящего счастья прошел концерт-представление, в котором приняли участие его многочисленные коллективы. Визитная карточка Дома культуры, старейшие ансамбли, хор русской песни «Россияночка» и оркестр русских народных инструментов. А еще народно-театральный коллектив «ТВИД», хореографический ансамбль «Видновчаночка» и многие другие. Все они на слуху не только у жителей округа, но и хорошо известны в Москве и области. Ансамблю детских народных инструментов «Родничок» уже больше 20 лет. Здесь дети учатся играть на очень колоритных, аутентичных музыкальных инструментах. Приглашаются все желающие. Мы играем сначала с самыми маленькими на разных шумовых инструментах, хороводы водим, поем, а потом уже подводим их к инструментам звуковым, как гусли, желейки, балалайки. И уже у нас получается оркестр. Дворец культуры – настоящий дом для творческих личностей, причем самых разных возрастов. На сцене покорны все возрасты. В нашей группе участники от 60 до 76 лет. И все прекрасно танцуют. Бальзам на душу. Пообщаться в хорошем коллективе, под хорошую музыку потанцевать, ну и выступить, соответственно. На протяжении всего дня открытых дверей шла активная запись в кружки и коллективы. Те же, кто не успел, всегда могут присоединиться к дружной семье ДК. Приходите, здесь всегда рады талантам. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.